получилось. Все, смотрим, уже 1-0 в пользу команды КМС у нас. Они начинают за атаку. Ну, состав по начальному не изменился. Это Стигма, Снип, Кора, Инсайд и Ровнинг. Ну, это уже второй, в принципе, расклад. Даже идет от КМСов уже и на карте склад. Беда какая-то, беда. Фу, ну, поехали. Третий раунд. Смотрим, Еремия за дефенс начинает. Ну, кто сначала пришел, мы уже обсудили по составу Еремии. Хочется, конечно, посмотреть за скопингом. Давайте за ним посмотрим. Договорились играть фулденат без ЕБРов. Ну, практически фулденат, модификация эмок калашей. И, по-моему, все бегают в скинах. Да. В принципе, прецедент создан. Если предыдущие Царь Горы мы играли без скинов, точнее, Underrated с КМСами играли без скинов, то теперь, как бы, и это даже побороли. Скопинг у нас на точке А не встречает. Будем за его победами или поражениями, конечно, пристально смотреть. Пока 1 на 3 он рубит. Мы заложили бомбу в точке А. Ну и так страдают, хорошенько страдают. Еремия. Мавк, он же БС пытается в ретейке, хорош, с лестницы спрыгивает. Остается один, гнуса кладут с той лестницы, инсайдер. Да, инсайдер наколотил на минус 2. Три, пока сухая, вообще сухая от КМС. Ну, работают КМСовские вот эти дефолтные раунды. В принципе, первого я не видел. Опять-таки, прошу прощения за траблы. Пока, в принципе, даже Еремии стрельбы не хватает. Ну, как-то раскладывает, что какие позиции занимают. Я так понимаю, что разобрали. Пару тренировок было. Опять-таки, со скопингом переписывается. Он писал, что не тренируется с командой. Там было у него буквально. Наверное, вчера они поиграли, и, может быть, сегодня еще некоторое время. Ну, немного. То есть, для того, чтобы разложить как-то карты на четку. Ну, по позициям расставились. В общем-то, на этом и все. Гнус уже зига отдается. Особо, я так понимаю, что Еремия не чешет вообще, что происходит на карте. Ну, и КМС тоже их крутит, не стараясь сразу заходить на точки. Был фастовый раунд на А, его не выдержала Еремия. И что же делать дальше? Все интересно, вот где? Где и что будет делать скопинг? Снип пытается выйти на точку А. Ну, так же, как вот китайцы играли КФС, да, то есть там чувак, он не стоял тупо на дереве. И даже если он заходил на лестницу, он начинал стрелять с ракетой, либо с вот этой решеткой, и сразу же уходил. Просто чекал инфу по точке А, один там или два. Серьезное ослабление Б, когда на А стоят двое. Вот смотрите, как далеко Эверету сейчас бежать из копингу. Харек, конечно, отживает свое, но его уже быстренько забрали. А Эверету бежать еще и бежать, скопингу вообще пока не соваться. Если голову выцепит сотого, то будет хорошо. Ждет подхода Эверета со второй стороны. Эверет на банихопах, вот теперь холдами. Ну и скопинг один боится. Инсайдер каленый, можно было его класть. Не прочекал скопинг, пытается чекать коробки. С Эверетом получается, что с одной стороны выходит. Хорош скопинг, Эверет последний двоих. Золотого и против Овнинга. Классный минус 2. Ну, сейчас и про Эверета я вам расскажу. 10 секунд до конца раунда, на желтой бомбе будет счет 3-1 после дефуза. Для морали хорошо, вовремя взяли. Если бы дальше, конечно, такое избиение Еремии продолжалось, то это было бы уже ГГ на первой карте. Пока нормально. Что делает Харек? Харек на аркаду зигу высовывается, две позиции у него, машинка и решетки, на ящик в подпрыг, ни там не увидел, перемещается на третью, а война уже у нас пошла на выход восьмерки. Закиды. Здесь благо один в один, благо для Еремии разменялись один в один, потому что лег еще и дым, и не стали КМС и дальше щематься. Мавк отстаивает второй этаж. Ну и пошли перетяги. Одного потеряли, в принципе, не критичная ситуация. Сейчас КМС будут выцеплять слабое звено. Опять-таки, наверное, должен человек появиться под А, посмотреть, какие там происходят дела, и стянуть туда, ну, как минимум скопинга, как максимум хорька. И тогда Кора будет уже закрывающим спину, если перестреляет Беста, он же Мавк.
Дымком потянуло. У меня, видите, кривая картинка, поэтому сейчас я попробую вот так вот сделать. Вот, нормуль. Вроде так все видно, да? Ну и смотрите, пошел выход под Эверетто. Я не знаю, почему первый Овнинг идет с бомбой. Но Эверетто зажимает под ракету, в близкую проходят с двух сторон. Минус Эверетто. Сильно каленый скопинг в быстром ретейке не помогает ничем абсолютно. Мавка откидывается, отстреливается. Все сейчас будут на другой лестнице смотреть. Хорош хорек. Инсайдер ласт. Ой, да. Сладко в голову пришло. Против Мавка. Инфа по нему есть. Инсайдер смотрит куда надо. Бомба под его контролем. Ну, тут уже чисто на стрельбу кто кого. Чей калаш лучше в зажиме в жестоком инсайдер раунде себя. 4-1. Не знаю, неоднозначная такая миксовая игра, но у КМС все получается. Пока все получается. Это смотрите, получается у нас будут начинать на Мехико. Как бы ни случилось в этой карте, все равно Ереме будет... А, нет, Ереме будет за атаку начинать. Им все очень плохо. Все очень плохо для них случилось. Эверетто обошел, его не видели. Ну это лол. Конечно, так заходить, дымы лежат. Эверетто просто по дымам прошелся, его никто не чекнул. Зашел в ухо, двоих забрал. Ну, хорек минус два. Стигма на вапих, фазумище. Скоро вдвоем на дереве, зачеканные. Ну нормально, смотрите, по стрельбе вообще, я не знаю, то ли уровень поднялся, то ли так намастились стрелять, что одни хеды летят. Причем хеды не в жестоком зажиме уже каком-то, да, а первые пули. 2-3. Ну и пацаны из Еремии типа решают, что делать. Держаться вместе, рассосаться по точкам. Ну тут несколько, опять-таки, вариантов. Можно одно тело поставить на А, одно на Б, одно на второе дерево или зигу смотреть. Можно втроем собраться на одной точке, что, наверное, было бы сейчас правильно. Потому что все-таки есть снайпер, если по одному стоять, то ему достаточно одной пули, минус одна точка. Ой, да хорошая, за угла, сразу же Кора дает минус. На хэд стреляется с решетками. Там вовремя ушел, потому что Эверетто уже подходит по инфе скопинга. Я не знаю, какую роль отдавать вот скопингу в этой команде. Что человек делает? Почему, кстати, скопинг? Почему нет Дрейса? Дрейсу играть нельзя, ибо не так давно он совсем покинул ряды ныне называющейся Commander Legends в прошлом Еремия. Поэтому как бы пришлось кого-то брать. Ну, такая... В последнее время есть дружба. Дружба, товарищество, что ли. Между Харьком, тем же самым, Эверетом, скопингом. Ну, почему бы и нет? Зачем искать кого-то, долго ходить? Бомбу поставили на точке А, минус скоро, хорош стигма на выход. И второго. Второго выше берет прицел, не попал, теперь придется тяжело. Ну, кто кого? Смотрите, скопинг на клатч раунде, один в один остался, идет простреливать. У него, ну, взял. Нормально. Нормально, и бомбу снимет, и будет счет 4-2 после дефуза. Они обезвредили бомбу. Ну и не так все просто для КМС, собственно, получается. Ну тут они сами виноваты, в общем-то. Этот раунд, скорее всего, был отдан благодаря Эверетто или вопреки всему пошли как-то непонятно на точку А, смотрели за ракету через дымы далеко, ники. Ну и Эверетто сыграл четко, кстати, в этой ситуации. Если бы не его киллы, то, скорее всего, все бы было довольно-таки плохо для Еремии. Так нормально получилось. Мавк первый минус на инсайдере делает. Проход в точку Б. Снип машнит. Ну, Мавк уже минус сколько получается? Минус 2 дал. Не дают зайти. Да, и не успели перетянуться. Вдвоем остались снип Кора. По инфе они запалены. Теперь им танцевать. Ну, против пятерых тяжеловато, конечно, будет. Не было ни закрывающего тела, как-то понадеялись, но жестко встретили. Серединка на половинку. Прошли вроде в раздевалку, уже не решили заходить. Прошли на второй этаж, получили в голову.
надо было уже сразу решать, либо отходить, уже не доходя до второго этажа и до раздевалки, либо идти до последнего. А так получилось, что СНИП не пошел, Кора не пошел, ну, а Стигма оказался на втором этаже. Харек палит машинку. Ай-яй-яй, не зафазумил. 2 в 3. 2 в 3 вынимают холодильник, уже 2 в 2. Уже неплохо. Но эта охота за фрагом, она дает о себе знать. Зачем ходили? Была инфа, конечно, что двое в машинке. Зачем ходить туда убивать? Благо, если Кора здесь заберут. Забрали. 4-3. Так, ну давайте все, наверное, ждут нажатия таба, посмотреть на фраги, сколько фрагов у скопинга. Ну нормально, 4 на 6 для нетурнирного игрока. Более или менее, причем в новой команде. И вообще, не то, что он какой-то там замена, да, плюс один в команде. Вообще просто в составе, который доселе ничего не играл, ничего не показывал, в общем-то. А КМС, по-моему, потухли. Ну, такие раунды промедления, когда стоит задуматься о будущем, походу, их. Настигли их. О жизни, о судьбе, человечества. Каждый свое дело делает, какое-то непонятное дело. Кто-то в кишку, кто-то на втором дереве гибнет в одно лицо. Ну вот этот чувак, ну да, закрыл. Закрыл, его в этот момент уже ждали, но просто перестрелял, хотя должен был там появиться намного раньше еще, когда Стигма не погиб. Овнинг с инсайдером вдвоем четверых, инсайдер сильно каленный, инсайдер спален, из кишки он уже вряд ли куда-то уйдет. Если уйдет, то вряд ли доживет. Ну, Овнинг просто бомб-кэрри отыгрывает в машинке, если пойдут забирать, то может быть минус раз или минус два даже сделает. Иврит добивает инсайдера, последний в 400-х. Все у нас идет к счету 4-4. Я не знаю, что с КМС случается в такие моменты. Но, видимо, они гипер необходимы, чтобы потом собираться как-то. Не знаю. Все, зачекали Овнинга, ловит он по пульке, уже спина пришла и минус он. 4-4. А счет-то был вначале как бы разгромный. 4-1 выпуталась Еремия. Минус раз. Харек ловит. Барретт взял. Снипа кладет. Отдыхать, кстати, вспоминаете прошлую игру с Underrated. Снип, по-моему, раза 3 подряд вот на грабли наступал. Бубенчики у него звенели. И только там с 4-го раза, по-моему, СГ он взял, собрался с мыслями. Не стал на первый момент рубиться сразу со снайпером. Да там, по-моему, кто бы не стоял, его и Милка высекала. Но высекали на этой позиции. Снипу пора сделать ай-яй-яй, такой небольшенький втык, чтобы не ходил туда больше. Ловит этот пиксель в машинке. На минус один раунд начинать, ну, уже и тактика должна меняться с дебюта. Благо Стигма разменивает Харька того самого. Что-то подвесон какой-то у Кора. Кора вообще не шевелится, что он повис? Или просто пиксель в дым ловит. По пингу вроде не повис. Да, живой отходил. Может, отвлекли. Встречает близко А. Ну, один в один разменялись. В стиле Гнус. И Гнус даже минус 2 дал. Еще второго забрал. Жесть! Жесть! Инфа по бомбе есть. Она перед Гнусом пикает. Вряд ли он уже откуда-то куда-то от нее уйдет. Ну и на хелпе у него он скопинг стоит, маячит в окошечке. Если вдруг будут проходить и бомбу эту... А бомбу, кстати, сперли. Гнус так смотрит в пиксель, но он дистайминг поймал жесткий, потому что Стигма бомбу увел, и инфы у Гнуса по этому делу нет. От этого, смотрите, и тиммейты играют, и бест и скопинг на хелпе у Гнуса. А точку Б отпустили, туда в свободную просто Стигма проходит на шару, бомбу ставит за доли секунды и смотрит пацанов. Но здесь не повезло. На фазум, хороший хэд затылок против двоих у нас Овнинг. Ну и на раскруточку раунд. Слышит топот, боится, что будет спина. Близкую. Первый должен заходить, голова. Патронов хватит, хватит ли хп. Бест надо на голову сразу же ловить. Гнус дает по киллкамере инфу. И мавка обходит, четко дает. Че там было добивать-то, господи, хп не было видно. 5-4, Еремея первый раз в этой игре вперед выходит. Ужас.
было. Ну, как бы вот на этого конька сели. Смотрите, Снип в первый момент не уходит. Вот научился. Реально научился. Причем с первого раза в этой игре. Сели на этого конька КМС под названием «Дефолтные халды». Не могут, кстати, разобраться все-таки, кто дерево смотрит. Хорек, потому что смотрят, ему дымы закинули на выход. А с окна никто не пропас проход вообще. Вот, вот откуда окно смотрит, точнее даже вентиляцию смотрит Гнус. То есть там гуляй не хочу на втором дереве, чем, собственно, и занимаются ребята из КМС. Я не знаю, зачем они рассеивание дыма ждут. Теперь Хорек более свободно себя будет чувствовать. Оу, оу! Энджи! Кора Стигма 2. 2 в 5. Давить! Вот если закинули дым и продавили второе дерево, и поджима не было на двойной этот ящик, то Хорька, конечно, надо было там давить. Флешку закидывать, что угодно. Окна не смотрятся, пора бы это выучить. Хотя вот у, может быть, научный горьким опытом, у Underrated смотрелись как раз-таки окна. Там крест-накрест стояли, но усмотрел дерево, и кто-то ему постоянно хелповал соком. Здесь такого нет, но уже поздно, на самом-то деле. Остается один раунд всего лишь за атаку. Если вдруг проиграют его, то один для КМС. Но это будет печаль-беда, если 7-4, конечно. В общем-то, не команду, скорее, а микс. И не обыграть за атаку на карте склад. Печально, печально. Так я понимаю, Еремия подрасслабилась. Особо не чувствует никаких дискомфортных ощущений в районе окончания спины. В общем-то, свободно бегает по карте. Позволяет уже даже Гнус себе поджать двоечку. Ну, хотя он недалеко ушел, как его тоже сфотографировали. Ну и опять то же самое. Опять дерево и второе дерево. Вот только теперь Эверет стал на окна, но он пропускает точку. Точку А абсолютно, занимают ее. Не могут как бы играть и там, не разбираются по инфе. Если одна позиция отдается, то замены на эту позицию у Еремии по инфе нет. Ушел Эверет с точки А, все. Ну и теперь ретейк с двух сторон. Как-то по уму надо все делать. Еще дуэль снайперов. Сдавили Снип Лаз за ракетой. Может по головам походить, тем более, что идут с одной стороны. Хорош! Просто хорош! Пошли чуваки с двух сторон. Вроде бы по таймингу нормально. Но чувак на стрифах лево-право сделал одному голову. И второму промеж глаз прописал. И раунд за КМС. Что радует вообще? 5-6. Ну не отдали раунд. Ну... Для борьбы надо делать 6-6 в счет им, хотя бы, и потом, может быть, даже сливать на 7-6, чего уж там. Такую, смотрите, свиньей КМС становится, ну, как граната. Римская армия. Ну и все, теперь бесподжимно. Кстати, постоянно меняются позиции у Еремии. Если, допустим, Мавка, он же Бест, постоянно стоит свою восьмерку, и, в принципе, довольно-таки неплохо он стоит. Ну, вот Стигма Харика на этот раз перестрелял, инсайдер минусует, дерево забирают, идет хелпа с точки Б, это скопинг. Лучше бы тебе, чувак, конечно же, не соваться, надо, чтобы тебе об этом сказали. Иверет хэд ставит овнингу. Овнинг пошел по ходу спину где-то закрывать. Ну да, ну, он просто на Иверет, на вышел. Ну, Иверет начинает с двух сторон. То, скопинг или Иверет? Скопинг с дигла, вот вам и скопинг. О, тьфу ты, что я говорю, Стигма. Ложись, граната! Мы заложили бомбу в точке А. Пытается по пулечке, стрифами за столба дорабатывает. Лол хп, всего 5 остается у скопа. Ну и Бест ему на хелпу. В принципе, могут растащить этот раунд. Инсайдер есть сильнокаленый, хорош, он еще остается и есть сотый кора. Бомба зеленая, времени досыть. Скоро дает минус. Все. Мавкласт. Мавкласт, он на ракете не знает. Вот теперь только прострелом понимает, что есть чувак за ракетой. Инсайдер, у него лол хп. Все шансы есть у Еремии забирать.
Спеет. По идее, должен. Бум. Да, взрывается бомба. 6-6. Победил Blacklist. Ну, тут повезло, конечно. Пошел поджим. Гнус, Бэс, Копинг, Хоря. Встречают. Отлично. В машинке на -1, -1. Размен. Второй заходит. Снип. Бомбу там потеряли. Все бы хорошо. Но последний хорек остается. Я не знаю. Такое цирковое выступление от команды Еремия. Ну, звездный час для хорька. Савапать, чтобы разложить двоих. Первого не ловят. Опа. Поймал. Два снайпера. Дуэль. Хорек, Стигма. 11 фрагов Стигма наколотил, Харек наколотил 14, но если раскладывать по дуэлям этих двух чуваков, то, конечно, наверное, все-таки Стигма с небольшим, но перевесом Харька перестрелял. По дуэлям именно между ними. Инфа по Харьку есть, что он там слоняется по точке Б, спокойно сейчас поставит Стигма, никто ему мешать не будет. И единственное, теперь в более выгодной Харек ситуация окажется, если Стигма останется на точке А стоять за ракеты. Но он в близкую решил, чей фазум круче, слышит Харька. Ловит на проскок, по ноге попадает. КМС забирает половину. 7-6. Это лол. Ну, Харек не ожидал такого с собой обращения, как бы. Вообще. Надо меняться сторонами. Ну, можно сказать, что ничейная половина, но по счету она ничейная. КМС в своем стиле. Разные у них волны бывают. Если с Андрейт, это они сначала, сначала проигрывали очень долго, потом собрались, выиграли, потом вторую половину выиграли, то здесь они выигрывали, 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 и в итоге как бы сливали, но все-таки подсобрались к концу. Ну, поехали. Вторая половина. КМС, Еремия, King of the Hill, раунд под номером 7, второй сезон, 2014 год, от Рождества Христова. Хотя это тоже спорный вопрос, когда этот товарищ родился. Но все-таки по календарю оно так. КМС на прошлой неделе underrated, уделали 2-0. Смотрим мы, возьмут, точнее останутся ли они на троне, или микс-состав и старого тега, оставшиеся только товарищ Хорек, Еремия, заберут этот трон под себя. Ну, если с Defense, в принципе, все было понятно у Еремии, тут надо было просто собраться и настреливать, и как тимплейт, то интересно, что они будут все-таки показывать за атаку, потому что, ну, эта команда тренировалась там, я думаю, что часа 2-3 от силы. Если они КМС будут обыгрывать, то могут взять на вооружение, даже цитировать фразы КМС в прошлом, что, пацаны, мы не тренировались, мы так поиграли, и вот мы выигрываем, как раньше КМС говорили. В принципе, то же самое смогут Еремия говорить. Забирается точка. Единственное, что тачдауна пока что на нее нет. И спиновой Б здесь ходит. Кого? Кого? Стоит Стигма. Стоит Стигма, до него далековато бежать. В принципе, и без спинового Беста уже все довольно-таки неплохо. Последний Стигма на раскрутку. Понимает, что у нее есть спина. Накалили, 18 хп ему оставили. Ну и минус он. Все-таки Бест закрыл. 1-0, 7-7 общий. Не, экшен будет, друзья, пишут, не хватает экшена. Как бы вы видите, что команда у Еремии, вообще стиль команды формируется по ходу. Так, грозное оружие, на самом-то деле, Харек взял, неплохо, первый минус есть. И это, кстати, Стигма. Честно, такой прицел у Барретта. Красивенький. Снип красавчик, встретил восьмерку, четко перестрелял Гнуса. Я не знаю, как Гнус играл, не играл. -2 от Харька в этом раунде. Дерево он отжал полностью. Можно, в принципе, по нему гулять. С колясками, мамой с детьми, песочницы, все дела. Такие дерганные атаки от Еремии. Скорее, вот я говорю, на личный скилл играют, но Харек -2 сделал, да? Но это все минусы, которые в этом раунде случились. Потому что Гнусу перестрелять, снипать, там позиции держали. Ну, снип, вот,
Минус 2 хорек, минус 2 снип. Чуваки, пока в этом раунде только эти. Хорошо, нычку отыгрывал Овнинг до поры до времени. Хорек его закрывает, и минус 3 уже в этом раунде. И последний скопинг остается на мувик себе. Он сделает или нет? Первый золотой, второй на него уходит. Зажиме скопинг с диглом. Ваншот последнего раунд за командой Еремея. Вот вам как бы и скопинг не труханул. 2-0, 8-7. Еремея опять вперед выходит. Уже во второй раз за эту игру. Вот вам и экшен, собственно. Не, ну как бы скилл не пропьешь, у скопинга он неплохой. Довольно-таки. Потому что последние, насколько я видел, те же самые мувики идут все-таки уже не с пабликов. По стоячим мишеням стреляют, когда там по алюминиевым барашкам и оленям. А такие идут все-таки с миксов, с каких-то... Некая сноровка у чувака присутствует. И мошнить его в плане того, что поблер, ну, совсем не стоит. Это не дипломатично. Или как последняя мода пошла на слово нелегитимно. Глаза поберегите. Хорошая хае за спину Бесту. Ну вот как-то мало у нас хаешки снимают в кроссфайре. Чувака за спиной разорвалась граната. Там кишки уже на стенке должны были болтаться. Ну как минимум нога хотя бы одна должна. Ну а так... Броники, как бы вообще пофигу, Бесту было. Ну, пролетело и пролетело. Наверное, чайки, пролетающие, больше урона живому человеку наносят, если покакают, чем гранаты в кроссфайре. Хорош, Овнинг отбивается. Ну, а что ему еще остается делать? Ну, и прилетает от Эверета, и фиг знает откуда, издалека. Эверет, кстати, я обещал про него чутка рассказать. Ну, чел серьезно растет. Если раньше, как бы, можно было ему говорить, что Эверет вообще не тащит, ну... Поднимается, реально, там я и видел скрины по 2,5 тысячи на имя настреливает. То есть, в принципе, у него уже мышечная память на стрельбу как минимум забита, там мозг подтянуть. Иногда таким игрокам особо мозг, собственно, не нужен. Если попасть в команду с нормальной координацией, с такой ультракоординацией, когда ни слова никто не может сказать, то, в принципе, нормально. Снип на минус 2. Снип хорош сегодня. Вот вообще, чувака, респект и уважуха. Свою точку он отставит. В принципе, и Бест то же самое делал в первой половине. Ну, не знаю, как-то с восьмеркой атаки сегодня вообще не клеится. Ни одна атака, по-моему, не прошла еще. Там одну КМС и прошли, но и то в итоге потом слили стигму на втором этаже. На холодильнике прошли, слили. Так не клеится. Не знаю, с чем это связано на самом-то деле. Бомбы на Б ставят. Ой, ставят, говорю. Инфа по Б идет. Знаю, честно говоря, зачем. Эверет не зачекал точку А. Да та зачекал дерево. Минус стигма. Хороший Эверет. Хороший лол хп у Кора. Да. Хитро. Хитро. Мавк вообще тоже красавчик. Ну, выбрал себе роль. В принципе, я, ну, как бы, мы же первый раз видим Еремею, да, в таком составе. Как бы роли по ходу уже начинают распределяться. Я пока что не могу понять, чем занимается Гнус и где он свои фраги так вот дает. Но Бес спинового играет, закрывающего. Скопинг с испугу где-то настреливает. Скорее на суппорте. Верят такие уже бразды правления из четкого суппорта. Где-то выходит и на АИМ даже стреляться. Ну, Харек, все понятно, там... Без царя в голове вышел с разворота на 360 фазу. Нормально. 4-0. Тем временем счет в пользу Еремии. Вот это вот непонятная какая-то растяжная атака пока дает свои плоды. Эти плоды довольно-таки сладкие для команды Еремея. Если калькулировать счет, то он уже аж 10-7 получается. То есть 3 раунда преимущества. Ну, еще чутка, и карт-склад будет волшебно-плюсовой. Для одних... Закрыли. Ну, Овнинга просто уже запихали тут и запинали. Мы заложили бомбу в точке А. Взяли точку А. Три в два. Три в два идут к скопингу на лестницу. Пошла флешка, хорошо под кору легла. Наполовину слепой, он скопинг на зажиме первого занимает. Забирает. Пошел охотиться за вторым. Нормально. 5-0.
Пока без шансов. Я не знаю, что случилось с командой КМС. Глаза поберегите. Вот кому точно нет вопросов, допустим, это к СНИПу, да? То есть через восьмерку не проходили ни разу. Проходил БС, ну а что еще сделаешь? Там уже накалили СНИПа, но это было один раз. У них такая тоже, смотрите, дуэль образовывается, СНИП против БЭСТа. Понятно, что стигма с Харьком, но вот Харек на этот раз не выходит, выводит... Нет, Гнус даже тоже не пошел. Скопинга в зиге. Что он здесь делал, вообще непонятно. Ну и здесь ловят с двух сторон ракеты Овнинга, когда он хотя бы с одной стороны ракеты свой краешек кочерышки. Мимо. Еще раз мимо. Пытаются выудить, а он хорош. Трифом, первый хед золотой дает, остается там Эверет. Это что пролетело, сори. Сори, не увидел. Что такое Овнин кинул? Потолок попал. Вряд даже боится выйти теперь. Туда еще стигма за решетку собрался. То есть, в принципе, с двух столов его смотрят. Ну, вряд, смотри, четко. Низкая СНСА крутит, красава. Оп-оп, на две мишени. И, ну, никого не убивает, зато уходит. Вот Харек минусуется. Походу, первый раунд КМС будут забирать, тут без шансов. Да. 11-8. Три раунда как было, так и осталось. Настало время повеселиться. Глаза поберегите. Так, ну и пошел поджим. Два лица, Овнинг. Нет, не пошел. Не пошел, остановились на полпути. Один рассосался на точку А. И там, кстати, уже маячит Эверет. Так пригрелся, чувак. Дымком потянуло. Ну а что, у каждого, в принципе, есть натоптанные тропы какие-то, где удобнее себя чувствует. Эверет и на точке А за дефенс стоял, и как-то более-менее уверенно себя чувствует в атаке именно на эту позицию. Ну, сейчас посмотрим за СНИПом. То есть, если, в принципе, пойдет восьмерка, каким образом он себя будет уже против двоих-троих чувствовать? Такая, Руспипл стайл, за холодильником стоял СНИП. Давненько, собственно, с этой позиции уже никто не смотрит. Ну, пошел с ним. У него и оружка неплохая, хорошая флешка под него ложится. Но он свое сделал, дело сделал. Одного разложил, чисто слепой в стенку щемался, пытался головой продавить какую-то дверь непонятную. За счет этого, конечно, восьмерку прошли. Скопинг ласт. Минус он. Четко прострелом инсайдер в голову попадает через восьмерку. 5-2. Ну, пойду до конца. Один стигма только. Пропускает стигма. Никого не поймал. Ну, инфу дал. Проход фастовый. Там у нас должен быть овнинг. Ну, смотрите, остановились. То есть, через закиды или через уход будут делать? Через стрельбу на первого. Там Эверет и Гнус пытаются. Скоро поближе подходят посмотреть, как дела. Ну, а там уже никого нет. Непонятно, почему бомба шла первая. Вопрос, как-то не решились заходить. Ну, не знаю, флешек, что ли, не хватило. Ну и, как всегда, БС спиновой. Слышит слева щелк, но стигма-то его на проскок, походу, ловит. Ну и не ловит. БС хороший. Вот теперь слева чувак остался, но он тоже отыгран, потому что БС уходит. Не знаю, чем он там чувствует. Ушел все-таки. 4 хп осталось. Минус Харек, best last. Еще один раунд за КМС, походу, будет. Я думаю, что вряд ли что-то светит best. Пытался в партизана проползти в ухо от инсайдера. Опять-таки прострелом получил, как и в предыдущем раунде, last kill прострелом через ящики. Больше их, заметьте, стало с этими эмками, с донатом, с бэошными эмками. То есть, удобнее. Харек. Но в этой половине дуэль все-таки Харек выиграет. Видимо, все-таки с этой стороны удобнее стрелять снайперу, потому что стигма в предыдущей половине выиграла Харька по дуэлям. Дымком потянуло.
Минус как-то незаметен, я это вообще не могу понять. Постоянно тихенько, так знаете. Жил человек. Не, родился человек. Жил человек, умер человек, никто и не заметил. Не знаю, с чем связано, что он. Ярко выраженной позиции у него нет. И первый враж не идет умирать там, и как-то где-то в середине раунда сливается на полупозиции. То в зиге отдастся, то вот на втором дереве отдался. Вроде вот шага не хватает. Ну и опять дуэль, смотрите. На этот раз со скопингом с ним будет стреляться. Снип аж 7 человек наколотил. Какой вообще счет, спрашивают? 11-10. Один раунд преимущества у Еремии. 7-6 первая половина закончилась в пользу этой же самой Еремии. Хорош. Орёк раздевалку. Поймал, последний остается овник. Ну, бомбу можешь свободно ставить и ждать в гости. Мы заложили бомбу в точке Б. Да, на бонихопе поймали в голову и сделал это Б. 6-3. Один раунд до взятия первой карты, Еремия остается. А, давайте за гнусом посмотрим, что чувак делает. Ну, почемался. На этот раз гнус в одно лицо пошел, флешку ловят под себя. Но, скорее всего, за спину. Это кривой режим наблюдателя. Но... Тем временем... А тем временем Эверет минус 3 делает. В сольном проходе на точку Б. Мы разложили 7-й раунд. Четко. Плюс Эверету, Харьку и гнусу за этот раунд. 7-3 счет. Выходим. Первая карта за Еремией. Смотрим на фраги. Иврит 9 на 6, 9 на 8. Хорек. Ну и скопинг даже в плюс сыграл. 6 на 5. Нормально. Так, ну что у нас? Пауза будет. Не знаю, как-то анализировать эту игру, точнее эту карту, что случилось с КМСами во второй половине, да что с ними и в первой происходило, ну, не знаю. Да, может быть, потом по итогу напишут, скорее какие-то жизненные несуразицы. Какая вторая карта? Вторая Мехико у нас будет. Третью, я так понял, что мы не черкнули. Но, по-моему, там последняя из черкнутых была, что ли, Анкара, что-то такое. То есть, если вдруг дело дойдет до третьей карты, ну, точно не Трущобы, точно не Орлиный Глаз, не Порт, не... или Буря в пустыне, третья. Ну, что-то из этого. Или Анкара, или Буря в пустыне. Какой перерывчик. Кто там пошел вытрясать из штанов? Ну вот смотрите, кстати, к разговору там, я не знаю, я вот на 4.13 как бы не играю, поэтому меня это мало касается, но вижу, что там бомбит у многих, да, что донат, не донат. Ну вот, пожалуйста, играем, царя горы. Че страшного в скине и в модификациях того же самого Калаша, Барретт с Харьком. Точнее, Барретт с Харьком. Харек с Барреттом. Я не вижу особо ничего страшного. Гнус курит. Понятно. По зрелищности, я думаю, игра абсолютно не потеряла. Да и как она может потерять? По ощущениям игроков, ну... Не знаю, по-моему, очень даже приятные в обращении вот эти вот бошные М-ки. Блю. Вот, Барретт довольно-таки приятен в обращении, раз с ним Харек бегает. Да и Голд Калаш неплох, я так подозреваю. Какого-то особого преимущества, я думаю, не дают эти калаши. Что немножечко другой спрей в них. Но он не лучше, он другой. Ну,
хотя, может быть, одна из причин там СНИП. Но СНИП, допустим, хорошо стоял. У него была БОшная М-ка. Помогала она ему? Скорее всего, да. Плюс 5 патронов, good. Две минуты. Ну, блин, ну это в своем стиле. Это вот товарищ Харек, товарищ Верет. Ну, понятно, Гнус пошел курить, но там ненадолго же. Подозреваю, эти посидели, попереписывались, теперь тут куда-то пойдут. КМС четко готовы. Несмотря на то, что они проиграли первую карту, никакой бомбежки нет, никакого разрыва мозга, ни одного сообщения не позволяют себе в чат. Овнинг только возмущается меди перерывом. Ну и все. Остальные в сборе. Сидят, ждут. Может быть, оно так и лучше. Я, кстати, подозревал, не знаю, что Еремей отлетит все-таки склад. Для КМС, я имею в виду, лучше, что они сейчас за дефенс будут на Мехико начинать. Поспокойнее. Поспокойнее, если там где-то счет будет там 7-3, все нормально. Хотя столь дикая атака от Еремии, какая она вообще будет? С розыгрышем ли воды, с розыгрышем ли сплитов каких-то? Сейчас увидим. Да, 13-10 был счет первой карты. По-моему, 13-10. Ну да, там был 11-10, потом два раунда Еремея взяла. Че, вроде все в сборе. А, хрика нет. Эх. Ну и поехали. Мехико, карта под номером 2. Еремия, новая эра против КМС Old School. The Defense начинает КМС. Первую карту они проиграли. 13-10 ее счет. Давайте сразу будем смотреть. Ну, тут, я не знаю, вот хочется вникнуть как-то и попасть в голову КМС, что они сейчас будут думать. Но, скорее всего, думать им... Думать это то действие, которое сейчас применять нужно меньше всего. В общем-то, отстоять просто четко Defense. Не дергаться по инфе, потому что крутить 100% будет. По одному выходить, например, Харек поперся, да? Дает он минус, все, пойдет стяжка 100% на точку А. Это... Великая ужасная смерть, если начнут из ворот тянуться, с восьмерки тянуться, там начнут спину их закрывать в центр. Последний момент уже верить инфе, что-то бест творит непонятно, бомбу как-то скинули куда-то. Давайте по позициям смотреть, СНИП под 5 отыгрывает первого, с любимой вареной позиции, с подъемчика. Ну, там ахилка, много раз божил. СНИП на минус 2. А вот теперь за ящиками особо не попрячешься. Гнус на минус 2. Хорош. Красные дымы. У-у-у. Не знаю, мне приятнее. Вот как вам, без понятия, ну, по крайней мере, смотреть это дело с красными дымами, со всеми пушечками. Прикол. У каждого какой-то стиль появляется. Разные зажимы, разные спреи. Каждый себе выбирает, что ему лучше. Что прикладом можно огреть. Машнили, видели Беста Ник, но успел он проскочить, нормально, выжил. Сайдер минус Гнус, ну, Гнуса ХП абсолютно не было. Чё уж там. 2 в 2. Мы заложили бомбу в точке Б.
копинг. Первый фронт золотой отворачивается от второго. Один в один. Закрылись, и Бест доработал. Нормально. 1-0. Атака взяла, хотя ничего к этому не шло. Дебют раунда минус 2 от Снипа, и потом 5 в 3. Какой-то фейл. Зачем, непонятно. Вот, по-моему, только в российской локализации есть тема, когда чувак штурм с восьмерки начинает стреляться с мостом, например. Зачем? Зачем? Тебя никто не давит, позицию не проходит, ты ее отстаиваешь, ушел за угол. Все. Вышел чек. Нет, все равно стреляются. А там еще выходит второй, вот как Эверет, допустим, выйдет на хелпу у Хори сейчас. Добьет, точно не добил Хорек. Хорек с бара там. Восьмерка вообще роли никакой не играет теперь. 4 там ящика, 5 там в ряд ящиков. Все равно все пробьет. Минус первый, отгнулся. Хорош, ваншот, второй, Хорек. Третий. Минус 3 от Хорька, и все ваншотами. Ну вот вам экшен, чего не было, да? Нормуль, нормуль. Барретт меня не слышал, да? Да. Как такой танк останавливать, непонятно. Вот так вот. Снип взял лавапу. Минус кишка. Гнус не поджал. Сразу встретили в близкую. Ну, тут вот, походу, начали агриться. КМС как-то четче. Четче действовать на центре. От первого минуса снайпера сыграли. Да, есть инфа по Бесту, скопинг тут дэшечку подочковывается. Ну а что ему делать? Центр особо не выйдет. Ждет на выход себя, ему закрывают проход дымами, давая понять, что, чувак, ты сюда и сам не ходи. В принципе, бойся, может быть, из дыма кто-нибудь выскочит и как дымовую завесу использует. Смотрите, играют три снайпера. Кора, Стигма, Снип. Все длинные позиции перекрыты снайперами. Это ужас. Ну вот знать бы, да? Хорош! Вдвоем воду. Уже слышали. На восьмерке стоит. Никто на восьмерке не стоит. Отпустили. Ну, выжидает момент, что кто-то пойдет в воду забирать. Бесту, в принципе, этого только и надо. Тут за ящик особо уже не спрячешься, поэтому если отстаивать или левый, или правый, ну, поймали. На хардскопе сотый скопинг с бомбой. Ну, против четверых идет уже на такое заклание. Жанна Дарк на костер. В кандалах, гремит цепями. Будет ловить ваншоты. Правильно делает, что ждет слева. Собственно, слева смерть приходит от Снипа. 2-1, первый раунд КМС. Все-таки забирают своим агром. Сыграл он неплохую роль в этом раунде. Не ожидали, я так понимаю, Иеремия особо. Ждали такого детского центра. Его не случилось. Дымком потянуло. Ну и на этот раз минус Хорек сразу же. В опене. Опене. Что, тактик никаких у Еремии нет, сразу как бы видно. Ну тут еще пара раундов, если так Еремия будет действовать, то я думаю, это будет грустный такой, кисель протухший, который выльют просто в унитаз. Там надо что-то придумать. Тоже КМС миксует. Выход центр, отпуск центра, выход центр, отпуск центра. В принципе, все поджато. Инфа собирается. Гнус готовит раскид. Если бы Гнус знал, что можно сейчас через дерево собрать минус 3, то он бы это сделал. Ну, так он дымами себе закрыл, щелку не прочекал. А вот эта вот эмочка его могла бы горе много принести. Потому что там на подъеме возле стока аж 3 килограмма человека тела стояло, и как бы... Не знаю, китайцы этим пользуются. Ну так, на всякий случай, а почему бы не прострелить? А вдруг? Тем более, если у тебя кто-нибудь с воды стоит. Да, так в сухую, в тупую проходить, не знаю. Встречают всех, позиции отставят. Опять-таки последний скопинг и минус он. Снип разбушевался, друзья. Хо-хо.
просто полетаем. Ну, смотрите, предыдущий раунд отпуск центра, этот раунд... Машня вдвоем, по идее. Скрывает гнусы дымами, выходит Иверет стреляться. Ой-ой-ой, какой дым прикольный. Бш. Да, нормально, смотрите, лег. Дым прям под снипа. Граната под снипа. Но все равно снип мост урабатывает, минус гнус. А тут еще и Кора есть. Иверету дали инфу по восьмерке, он так пытается из-за ящичка выходить, а Кора не открывался. Минус Кора, кстати. Не знаю, почему коробку не пробил. Центр взял. Взяла Еремея. Два в четыре. Беста пропустили на точку А. Понимает это Овнинг. Его же машнят. С двух сторон закрывают. Стигма восьмерка последний. В четверых, ну, наверное, все-таки минус раунд. 3-2. Не знаю, что делает Гнус. Пытается какой-то эффект неожиданности сотворить. Высовывается в самые горячие точки карты. Каждый раз то на мост, на длинной дистанции. Постоянно под снайперов ложится. Ну да, накрыл он стигму. Больше, чем половину хп снял, 16 оставил. Но стигма живой, и, по крайней мере, если даже он никого-то не убьет, то инфу четко по воде даст. Ну, он не убьет, да. Но дает инфу, две головы должен был видеть. Снип с гранаты Харькан на этот раз. Ну, просто уже такое издевательство какое-то пошло. Хотя посмотрим в обратную сторону, что будет происходить со снипом, когда он за атаку будет играть. Что будет с ним Харек вытворять. Что Барретт, если поставить на восьмерку Харька, то он, по идее, вообще никого не должен на центр выпускать. Это жесть. Ну, снип просто 11 фрагов. Чувак 11 к 3 играет. Готовился к Мехико. На размен взяли. Раунд затащили. 3-3. КМС. Выравнивают потихонечку КМС ситуацию, потому что поначалу все так было не очень радужно. Быстрый выход центр, Харек. Нет, Харек все-таки пошел в свою любимую и который раз уже гибнет. Ну, теперь по традиции, по идее, Гнус должен от снипа отдаться на центре. И тогда мы будем узнавать, что все в порядке, по традиции, по привычке. Гнус уже чем только не откидывается в снипа. Но не видит, смотрите, не пропустил, то есть чуть-чуть правее Гнус под ящик, близкую выходит, ну его Кора на эту раз закрыл, и с ней второй фраг дает, выход центр в дымы не удается. Остаются Скопинг и Иверет. В последнее время это уже тоже традиционно. Хорош, хорош Иверетище. Раскладывает центр, минус 3 делает, равняет ситуацию 2 в 2, не со Скопом. Против немобильного Стигмы, но который дает минуса. И Иверет ласт. Вероятно, есть инфа по восьмерке, в которой он, собственно, пока что и смотрит. Ну, неоднозначно. Фиг его знает еще, кто заберет. Ну, Гнус хорошо, кстати, подготовил. Прошел четко мост, Эверест красавец. На хэд сыграл, это уже минус 4 в этом раунде получается. И с Овнингом на дуэль. Но пятого не дали. Ну куда же ты пошел? Диффузи, Овнинг. 4-3. Впервые КМС будут выходить вперед на второй карте. Не знаю, как вас, меня вообще радует эта игра. То есть, во-первых, снип, во-вторых, Иверет. Скопинг в грязь лицом, по крайней мере, не сильно бьется. Ты можешь сказать, что для дебюта в турнире на столь интересном и сложном уровне это довольно-таки неплохо. Ну, опять Гнус какие-то подготовки, видимо, раскидов делал, и опять-таки его снимаю. Снип
позицию бросил, дает это Скопинку потанцевать, ну, все-таки опять четко. Блин, я не знаю, ну, походу не верят Ереме, что Снип настолько суров. В принципе, в восьмерку вообще они не верят. Постоянно ходят на нее, гибнут, на раскрут. КМС еще один раунд берут, 5-3, нормально, выруливают, надо им брать эту половину, и чем быстрее, тем лучше. Если 7-3 будет, то можно еще будет во второй половине побороться, а так пока все очень плохо шло. По идее, Гнус должен шуметь, если я все правильно понимаю. Или наоборот, он закрытие играет. Под него шумят. Должен Снип воду слышать. К воде, смотрите, Овнинг, инсайдер стягивается потихонечку. Пошло закрытие, дропается бомба на жестоком зажиме. Атака выходит и втроем остается в одного кора. Вот теперь. Снип не удержал, все. Минус дефенс. Уху, прикольно, потащили, 4-5. Ну, ничего особенного не было, просто Ереме тут поперестреляла, особо и Гнус даже не понадобился, как элемент неожиданности, оказывающийся заходящий в спину. Насколько нагло Харек играет, я всегда удивляюсь. А, вот тут фейл. От Харька играли, Харек должен был минус давать. Он, в принципе, стянул, но ненадолго. На сток четверых человек, и в этот момент не прохавали его тиммейты, что надо было выходить. Интересно, сейчас флеш от Беста будет. Глаза поберегите. Закрытие тупки. Где-то посмотрел. Ложись, граната. Глаза поберегите. Скопинг живет еще, и минус в этом раунде дал. 3 в 3. Но на волоске Скопинг от смерти, Гнус сильно накаленный, в нелюбимой своей позиции, точнее, не то что нелюбимой, а по статистике, в этой половине он умирал здесь чаще всего. Двоих они со Скопом. По инфе Гнус спалили. Скопинга пока не знают, но вот теперь минус он. Плей, есть, закрыл. 6 хп. Должны, ну я не знаю, если Гнус этот раунд затащит, то это, конечно, все памятники КМС должны сноситься, потому что очень важный раунд. Нельзя охотиться за фрагом, надо где-то собраться, причем лучше бы, наверное, это все-таки сделать вдвоем, под размен. Бог с ним, даже если Гнус поставит бомбу, ну, с такими ХП, допустим, точку Б, не знаю, это просто на две головы первой пули надо держать, причем на дальнюю дистанцию встречать людей. А так в любом случае хоть какая-нибудь борода да отрикошетит от тебя в жбан. Еще и пытается стреляться издалека, не знаю в чем план. 6-4, КМС впереди. Настало время повеселиться. Два дыма. Заки центр. Интересно, кстати. Все это дело происходит, закрывают они мост, но вот Гнус в прошлый раз сделал следующее, прошел вот сюда вот. То есть, в принципе, обзорная зона для человека в тупке закрыта. Вот так вот можно проскакивать свободно. Здесь вот крыть восьмерку, если с поддержкой тиммейтов, то проходить, в принципе, центр. Тоже Харька незаметно в последнее время. Но дым рассеялся. Пошел раскид, Харек в нефазумит. Ложится под флеш, и план Барбаросса срывается. Ой, какая хорошая хаешка. Ну и который раз, в принципе. Наконец-таки, открытие центра от Харька. Давно было пора это сделать. Пошла стяжка, дроп-бомб, неожиданностью не становится выход из дерева, и последнего Скопинга буду сейчас гонять. На флажки, на капканы, на мясо, на шкурки, на сало. Убей Скопинга и заскри. Ну, по ХП должны дать инфу. Не он, по-моему, снимал ХП инсайдеру и Снипу, скорее просто просочился на Б. То есть, в принципе, бояться здесь особо не стоит. Овнинг должен быть на точке А, ну, если так.
раскручивать в голове план действий. Первый лол хэповый снимается, второй стреляется и дает инфу. Овнинг стоит там, где и должен был, и стоял всегда, и минус дает. Непонятно, почему скопинга ноги вправо понесли. Первая половина, 7-4, КМС ее берут. Ну, а прикиньте, КМС бы 7-0 взяли в первый план, потому что, ну, вот эти вот 4 первые раунда, точнее, сколько там было, не 4, 3 первые раунда, такие дикие от Еремии, когда они их взяли, ну, на этом, собственно, и все. Потом КМС просто-напросто расставились. Че, все готовы? Мы готовы, дети! Да, капитан! Ну и поехали. Что нужно Еремии, чтобы выигрывать, собственно, по картам 2-0, это сделать счет не более чем, точнее, отдать не более чем 3 раунда в этой половине и забрать остальные 7. Собственно, и все. Задача сложная, ну, скорее нет, чем да, потому что почетче должны были забирать первую половину КМС, чем сделали это. 7-4 это... не есть хорошо. Дефенс на Мехико против миксовой команды. Опять-таки, должны пожать могучую руку Эверета за его шикарные там... Хотя раунд тот не затащили, когда он минус 4 сделал, но были моментики, скажем так. Осадочек должен у КМС остаться. Ну, это КМС. Welcome. Welcome, атака from КМС. Глаза поберегите. Какая флешка. Всегда отличались умом, сообразительностью КМС в плане раскидов на Мехико, как бы даже некоторые тактики. Как они говорят, они придумали, Кора хорош на выходе, сразу хэд ставят. Втроем, каленый Кора, Стигма, Сотый, Снайпером и Овнинг остаются стоять центр, инфа по ходу полностью есть. Стигма выходит, еще один минус дает. Теперь 3 в 3 и почти что равно. Я не знаю, что вот здесь вот Гнус делает. А, ну вот то, о чем я и говорил. В принципе, Харек восьмерка. То есть левый ящик, если дадут с точки А инфу, что кто-то вышел хотя бы смотреть, нога опять Харек не попадает. Ну, зато с Дигла доработал. Первый раунд 7-5 получается общий. Первый раунд Еремия в второй половине забирает, подключается снип, успевает. Ну, это стандартная и логически выверенная ситуация. В общем-то, где КМС за атаку? Only mid. То есть тут даже к бабке не ходи. Интересно скорее другое, что вот эти два чувака здесь стоят. Ну, Эверет идет по пути такого, знаете, Императора Лиу. Как-то вот он мне начинает потихонечку напоминать. Не знаю почему. Примерно те же позиции ходят, примерно те же действия выполняет, примерно там уже стрельба где-то там подтягивается в каких-то моментах. То есть это не последний там закрывающий раунд человек, который там потащит на минус 3. Ну вот, вот он Харек, дым поймал. А в середине может и минус 3, и минус 4 дать. Прикольно, прикольно. Люди растут, это нравится. Снип так вообще удивляет. КМС это такой, знаете, как в плохом плане можно сказать, рассадник грязи и вирусов, то это рассадник топ-игроков. Там, Фури тот же. Не знаю, может быть, Снипа и заберут куда-нибудь. Кора хорош, минус Гнус. Его же оружием, просто колом в сердце вколол. Гнус славится тем, что на Мехико раскидывает довольно-таки неплохо, а тут Гнуса... Причем вообще непонятно, откуда прилетело, и увернуться не было шанса. Последний Харек с Барреттом остается. Ах, последний. Последний. Ну и ждем шоу.
На минус 4 может дать. Все простреливается. Харьком нет, сразу же его встречают на голову. 1-1, 8-5. Общий 3 раунда преимущества у КМС. Ну вот вам и снип, опенфраг на гнусе. И вот вам прострел от Беста. Разменялись глупостями. Непонятно, почему снип не ушел. Угнулся 100% дамаг с его редлайна. Хотя, может, просто не успел. Да, ну в интересном подсаде хорек. Смотрите. Медленно камера летает. Дымком потянула. Дымком потянула. Лол, да? Кто его здесь будет ждать? Да вряд ли, я думаю, что кто-то будет. Да не дергайся. Ну, задымили. Дымком потянула. Ложись, граната! В Верета целая толпа на холдах за спиной ходит. Кто-то, по-моему, топ. А, это самый Верет. А больше никто так особо и не смотрит. Там есть Бест, но Бест уже... Синдистаймит, не, хотя щелочку смотрит, будет видеть. Пошли закиды, это аж из-под моста хаешка прилетает на точку А, но далеко за спину. Верет пошел агриться, минус он от инсайдера, и проскоки, Бест на хитреца. Хорош, минус 2 должен делать, сделал, дропает бомбу, точку А отбивают, последний кора остается. Нет, не последний, Совнинга, Вомнинг не вышел из кишки. Кора Беста пытается, хорош на простреле. Неплохо, неплохо. Ну вот это было видно, что заготовленный раунд. Почаще бы такое видеть вообще за атаку. Может быть, она одна единственная, конечно. Ну хотя я так не думаю, КМС. Больше, мне кажется, они играют холдово и стоят вот такую вот таким ромбом от боязни перестрелок или от боязни поджимов, чем от того, что у них нет каких-то заготовок. Хотя раскиды довольно-таки неплохие. То есть в предыдущем раунде, смотрите, выключили в начале Харька. Харек стоял просто в зубодробительной позиции, с которой с Баррета он мог столько горя принести команде КМС. Но каким-то чувством из-под моста просто легло 3 дыма, по-моему, на восьмерку. И причем левый раскид, правый раскид, и проход закрыли, и тупку закрыли. То есть Харьку, в принципе, там уже делать особо было нечего. Ну, от этого раунд и поплясался. Тихий центр. Тихая украинская ночь. Вроде как бы отпустили, но я говорю, опять-таки, вот Харек увидит, смотрите, он угол ловит, даже если он стрифанется за угол, то смерть. Ну, тут и фазума такого вот хватает. Мог бы и на шару пристрелить сейчас левый ящик, но попробовать. Ушел уже чел оттуда. Добили и так. Пока везет, Харек последний остается из восьмерки, уже должен был он убивать Кора заранее. На Кора там много времени и сил потратили его тиммейты, от этого и точку А зашли. Ну и теперь в поиске глупцов. Кто высунется? Хорош! Хае! Пошел ваншотить. Побаивается его Овнинг, я так понимаю. Ну считай патроны! Просто считай патроны. Один, все, нет патронов. Теперь авапа только. Фейл, ну Овнинг, выходи, убивай. Это просто жесть. Дуэль до потери пульса. И все-таки перестреливает Харек. Подбирает М-ку, еще и бомбу успеет раздефьюзить. Да. Они обезвредили бомбу. За 4 секунды до конца раунда. Ну что, пытался Овнинг на бомбу сыграть? Давай, давай. Не знаю, там шансы были погибнуть уже в прострел в дырочку у него несколько раз. Могут посчитать просто патроны с дигла и на момент, когда Харек перекручивал оружие, выходить. Хорош Харек. Ну и опять дымный медленный центр. Дымком потянула.
Что-то надо менять, пора вот либо ускориться, либо совсем замедлиться, потому что серединный вот этот центр проигрывает все-таки КМС. Выходит вроде как в развалочку, опаздывает уже Овнинг на этот раз. Зажимчики есть, минус гнул, скопинг ласт. Звездный час. Кто ведет трансляцию? Геннадий Орлов. Всегда вот, когда я смотрю, когда остался один чувак на Мехико, мне почему-то Спенка вспоминается. Причем на раскруте вот этом вот изворот, подслушать, куда поджать. Не знаю, прям перед глазами такой «Привет!» И я ему такой «Привет!» Ну, сложненько, не знаю, это вам не мувики. Вот попробую инсайдера перестрелять через дырочку. Ну, пошел в проход на растяге и минус он. Дали инфу инсайдеру, инсайдер с Blue Crystal. Со 100% дамагом через ящик свое черное дело сделал. 3-2 счет. Welcome to the hell. Для КМС просто. Ой, для КМС, для Еремии. Так, надо счет посчитать. 7-4 был, то бишь 9-7 в пользу Еремии. Сейчас 2 раунда преимущества. Ну, нормально. 2 раунда КМСом. Какие 2? 1 получается до ничьей. То есть, в принципе, шансы есть, но взять эту карту нормально. Снип выходит на этот раз с эмкой, центр. Дает одного разменного, его сразу же забирают. Ну, а Стигма вообще ничего не смог сделать. А, какие-то раунды в затяжку пошли. Харек. Харек минус кора. Нервическое, походу, состояние настигает КМС. Не знаю, меня настигает вот с просмотром такой атаки. Как-то я не знаю. Пошел чувак первый в сток, минус чувак. Пошел чувак первый на центр. Дал раз... О, вот о чем я говорю, да. Хотя бы на шару, но стоит пострелять через ворота. Пошел чувак на центр, разменного дал погиб. Минус 2 есть. 3-4 остаются. Расходятся по одному, начинают мошнить позиции по одному. Ну, не знаю. Тем более еще по одной позиции ходят. Но время пока позволяет. 40 секунд для карты Мехико. Это гигантская пропасть между началом этих 40 секунд и окончанием раунда. То есть добежать до любой точки еще можно и запленчить. С нынешними-то возможностями технологии запленчивания плента. Как бы масло масляно это не звучало. Снять бы Эверетта сотого, и все бы было в шоколаде, но Эверетта хитрый партизан, вообще смотрите, где засел. То есть он даже если точку А берут на минус 2, то Эверетт последний сотый бежит, и вряд ли там много хп останется у КМС. Поэтому плачевная ситуация. Ой, ну хорош в голову, ой, ну Гнуса еще искать надо. Ну а Гнус полностью использует возможности своего редлайна. 2 в 2. Дубль 2 от Овнинга, он опять в этом домике, где его Харек просто застращал и поиздевался над ним и над его трупом потом. 1-1. Овнинг на этот раз сгнулся. Кто кого, Овнинг? Ничья, у КМС на этой карте уже есть. 4-2 счет. Вытащили ценой неимоверных усилий. Гнобимые мною, но неплохо. Неплохо растянули. Хорош. Бест кинул под себя дым и просто дал минус. Нормально. Пошел Харек наглеть. Ну а что им делать? То есть, в принципе, я так понимаю, что команда Еремия... Нам терять нечего, думает. Ну и поперлись просто в аркаду. Аркада играет. Опять-таки 2 осталось в КМС, на этот раз в 5, и на этот раз Овнинг скоро остается. Харек издевается потихонечку. Наиздевался уже на 9 хп себе из 100.
Полное-полное зажатие КМС на респе идет. Со всех сторон супостаты окружают. В принципе, позиции перекрыты. Я не знаю, ну... Как бы это, конечно, плюсовая ситуация для КМС. Они могут этих охотников за фрагами повысекать, потом завершить раунд. Но если бы не этот минус, благо тут хотя бы был размен. 4-3 не дают забрать по-быстрому эту карту. Прикольно так летать вообще. Так, ну и овнинг по заветам Гнуса, смотрите, сейчас будет. Нет, все-таки уже дым расселся, не успел. Отдача моста, я не понимаю, почему дефенса никто не поджимает в бок. Логично и понятно все. Гнус, хорош, на минус 2, встретил центр, наконец-таки. И его судьбинушка... Смертельная постигла Овнинг в который раз последний. Ну, не знаю. Как бы не заиграться на 7-4 в пользу Еремии во второй половине и не перейти в допы на этой карте, и потом зубодробительно эти допы Еремии еще и не слить. Еремия, потому что любитель еще, ну, я не знаю, традиции остались сухую выигрывать дополнительные. Два тела, ну, ситуация не из безвыходных для Овнинга. Просто-напросто чутка покрутить по карте эти 50 секунд, вот эти два тела. Вряд не пойдет, Харек смотрит кишку. Интересно. Ворот не смотрит, по-моему, да, получается? Да, ворот никто не смотрит. Если... А где Харек вообще сидит? Ага, понятно. Ну, если по стеночке зайти ворот, вот единственное. Но это мы знаем, Овнинг-то не в курсе, сейчас его Иверет зачекает. Как будто почувствовал. Не иди туда, не иди туда. Зачекал, дал инфу. Нет? Нет? Не увидел? Дистайм поймал? Да, поймал. Дистайм бомбу спер Овнинг. 19, 18. Понесет на Б? Все, зачекал его. Да, понесет на Б. 13, 12. Харек сейчас передислоцируется срочно в ворота. Поймает, успеет. Бам! Не поймал. Пойдут фаст ретейк, сейчас я так понимаю, делать с диглом. Овнинга никто не боится, и Верет его снимает. Четвертый раунд после диффуза будет для Еремии. Тру-ту-ту. Тру-ту-ту. 11-8. Снип, я так понимаю, на проскоке. Ну, минус 2 делает. Хорош вообще. Накалил Харька, убрал Гнуса. Да, все это возле стока. Ну, лол. Дело сделал, может уходить. Вот так делать не надо, как говорится. Зашли на бетом бест. Один вариант из 100, да, что увидеть чувака на точке Б, когда осталось двое, и этот вариант сработал. Так, минус копинг. Кстати, забыли мы совершенно про скопинга. Ибо давненько что-то скопинг не тащил. Все, вторая карта. Да, да, да. Да, вторая карта. 1-1 у нас получается по картам. Будем мы переходить на третью. А что будет за третья карта, собственно, узнаем чуточку попозже, потому что черкали мы в надежде на две, а третья у нас какая-то типа буря в пустыне, по-моему, или Анкара. Я так подозреваю, что сейчас узнаем это все дело. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и еще я подозреваю, что будет пауза. Потому что я ее хочу. Да, буря в пустыне, все верно. Полтора часа играем две карты уже.
убогую карту быстрее сыграем. Ну окей. Так, ну я свое право на паузу использовал. Теперь, походу, КМС использую, потому что прошлое Еремия. Гнус ходил курить. Скопинга нет. Ну, Гнуса это на этот раз нет. Понятно. Все рассосались. Что за карта? Господи, в чате час мега хотелки включается. Кто хочу бард, кто еще что-то. Счет по картам 1-1. Чуваки, ну то, что там у кого-то отстает звук, ну попробуйте пообновлять или перейти на другой сервак. Отставание звука это вот вообще не мои траблы. Меня как бы ничего не отстает. Бывает такое, блин, не знаю, как с этим бороться. Так, ну собираемся потихонечку. На никотиненная команда Еремия. Обникотиненная. Фишка в том, что на записи все будет нормально. Понимаете, в чем дело? То есть волшебный твич. Вечер четверга. Множество стримов. Че, поехали. Третья карта. Буря в пустыне. 1-1 по картам. Мехико забрали КМС. Сложнейшие перепалки. И, ну и на карте склад были сильнее. Еремийцы. Еремийцы. И еремиевцы. Ну а это вообще полный как бы рандом. Я не знаю. Хотя, если глубоко это все дело впиться и задуматься, то, то опять фиг его знает. Не знаю, как Еремия играет, Буря в пустыне играет, но что КМС играют, это точно. Эверет уже, кстати, минус 2. А вот здравствуйте, я Эверет, я минус 2. Здравствуйте, я Гнус, я Open минус. Здравствуйте, я Снип, я просто красавчик, да. Был. Не, ну вот, блин, не знаю, как-то все очень так сильно изменилось. То есть, в принципе, Эверета можно оставлять теперь одного. Ну вот как маленьких детей нельзя оставлять одного, еще там не надеешься, что все будет хорошо. То есть, в принципе, он может окно открыть, там выпасть из него, разбить башку, там газ поджечь, спалить себе там волосы под мышками, там, не знаю, на руках, на ногах. Еще что-то порезаться, об угол удариться, там сломать руку. Хотя, как дома убиться пожестче, да, маленьким детям. То Эверет уже такой вот этот уровень перешел, в принципе,
можно оставлять на позиции у одного и знать, что в больших случаях все будет нормально. Это радует. То есть, вот, один чувак у нас подрос. Настало время повеселиться. Ну, а тем временем, пока разглаголство болит. Еремея первый раунд забрали. Ну, такое беззубое и минус 2 от Эверетта. Беззубая атака плюс минус 2 от Эверетта делают свое дело. Но она как будешь зубастая? В принципе, был-то план у КМС. Пойти просто в метро. Спокойно. Но тут-то как бы был. Но опять, смотрите, Эверетт вот минус раз дает. ХП потерял, ну потерял, да, и что, позицию отстоял. Еще кто-то пойдет, есть желающие, я не понял. Есть желающие, заходим. Желающих больше нет. Как бы времена КМС, и когда играл Фури, вот та же самая позиция. Под Фури хрен пройдешь, называлась. На этой карте. Заход у нас тем временем в точку Б, 3 в 3, 2 в 3. Гнуса машнята, он отбивается на минус 2. Икора последний остается. Отвечает Гнуса, отомстил. И Эверетту далеко бежать. А где у нас Харек, интересно? Харек в спину. Харек в спину, нырек, минус Харек. Икора с Эвереттом дуэль. Ну, кто кого. Но если как бы Эверетт еще и дал open фраг и даст еще last kill, то просто 5 с плюсом. Да, так и есть. 2-0. Читер. Дымком потянула. Дымком потянула. Ложись, граната. Глаза поберегите. Добрый вечер. Стигма минусанул, наконец-таки. Ну, нормально. Эту позицию выбили. В принципе, как запасной вариант, отход в метро, можно ее оставить. Плюс, если сюда кто-то стянется, никто не стягивается. Ну, умер Эверетт, ладно, да и фиг с ним. Типа того. То есть инфа не прошла. Там Харек на дальнюю смотрел вверх А на проход, а здесь пошли круточки. Вот теперь только Бест пошел на перетяжку, и то, походу, по звукам Харек. А где он? Дерево прострелил, я не понял. Опа, и возвращаются. Три в три. Шоколадно все начиналось, КМС, все так заканчивается. Снип последний в троих. Скопинг на минус 2, кстати, обращаем внимание. Внимание, скопинг минус 2. И минус снип. 3-0, пока без шансов. Не стоит, я думаю, в 2225 раз говорить, что... Карта, буря в пустыне, здесь, короче, дефенс четко надо отстоять. Ну, это, кто знает, тот, в принципе-то, все, наверное, понимает. Глаза поберегите. Хотя, случаи бывали разные, да. Кто-то какал кирпичами из дефенса. Бывало и что? Наоборот. Ну, пока я так подозреваю, что КМСы вот просто... торкаются во все двери, как мужик-алкоголик после бурной ночи забыл адрес своей квартиры и звонит по соседям. И везде его встречают люлями. То есть на Б сходили, неудачка. Фейканули на Б, вроде как на А сходили, неудачка. Метро ходили, неудачка. Торкались уже везде. Эверетт не крушим просто. Эверетт Рэмбо ставил. ХП остаются у него, как бы там ни было. А, точку не отдает! Выходит, дает хэд! Все равно вот плюс в этом раунде. Опять чуваку. Свое он дело сделал. Ну, КМС все равно раунд взяли. 1-3. Но вот зато поджим, кстати, с Б, тут будет сейчас весело. Весело минус раз. Проходит скоп дальше, ему в спину кора выйдет или нет. Топчется через стенку, но Б сдержит эту позицию. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, минус Бест. Чё-то говорил, забыл. А!
говорил то, что ценой неимоверных усилий ТКМС предыдущий раунд взяли. Вот как они прошли Верета? Они прошли его в два дыма, по-моему, флешку и в хаешку. То есть задымили под ноги, задымили вдаль, только после этого Верета, отстреливаясь и никого не убив, понял, что лучше как бы отойти. Дал инфу, то, что тянулись его тиммейты с точки Б гипер долго, ну тут опять-таки двояко, хорош инсайдер. Двояко, можно поверить, да, можно подумать, что это фейк, и на инфу тиммейта не идти. Подумали, что фейк, сразу не пошли, а потом уже было поздно. Ну, с последним. Был. 2-3. Ложись, граната! Ну что, понеслась? Ложись, граната! Глаза поберегите! Глаза поберегите! Ну и как-то так вот пощемались КМС и так подумали, а чем мы будем что-то придумывать? Да давай это дефолтно, тупо по позициям разойдемся по карте, поминусуемся, а там уже посмотрим, что делать дальше. Потому что каким-то странным образом у нас... Странным образом минус и Верет. А, ну и Верет прошел. Верет прошел вплотную, не его дистанция. Отмазал, да, чувака? Опа, отмазочка официальная. Ну и нормально. Нормально положили еще и скопинга. Скопинг опять-таки тоже вот в полупозиции вроде как застрял. Нормальный бы человек где-то, наверное, за второй столб стал на перекрест со своим тиммейтом из окна. Ну или из-за решеток, вот как инсайдер тот же самый. Посмотрим, во второй половине будет точку Б держать. А так, две полупозиции минус, и точка Б открывается. Одну пришлось заменять, Гнус сливнул с центра тире Б на точку А, типа как закрывать позицию Эверета. Ну и в другую сторону. Ваншут от Стигмы. Харюк! Ну и уже диффузится, в общем-то, забрали у Харька бомбу. Собака лесная, ты что делаешь? Я минус дал, а ты мою бомбу минируешь. 4-3. 4-3 и... Ура, 4-2 и Ереме впереди. Ну это ровно абсолютно счет, то есть, если говорить о том, что у Ереме какое-то есть преимущество, ну его, скорее всего, пока что нет. По дефенсу здесь так и надо играть, и чем больше, тем лучше, там, на 7-2, 7-3, 7-4 максимум выходить. Нормально было бы. Хотя, могу ошибаться, можно, конечно, со мной спорить. Раньше у нас карта «Буря в пустыне» всегда была атакующая. Обратная все-таки ситуация была. Заход массовый на точку Б. Казнь массовая также на точке Б. Гнус один, единственный, отбивается на минус 2. Кого-то еще добили или вылетел, не пойми. Снип перезашел. Кора прострелили. Чуваки, с донатом играем. Какие засед... Просто, ну, сел за коробку посидеть. Ты чё? Блин, то же самое, что ли, за листиком А4 сидеть в данной-то ситуации. Верет за столбом. Дергает стрейфами Стигму и хорошо дергает на пропрыге. Учимся у китайцев. Да неужели? В опять, Еремия. Чё, КМС попадает в ситуацию, когда падать ниже уже особо-то и некуда. Два раунда за эту половину, как потом отыгрывать? На 7-1, 7-0, не знаю. Пошли, смотрите, ну, как бы не учит ничему жизнь, пошли опять под Верета. Верет минус раз, и Верет минус два. Нормально. Мы привыкли. Продолжайте. Все хорошо, все хорошо. Стигма вот не верит. Нет, Стигма не верит и правильно делает. Прострел минус Верет. Где-то в уровень шеи попал. Что-то хеда не было, но уж очень быстро так, с двух пуль через ящик забирает. Стигма остается последний в четверых. Просто час X. 6-2. Еремия. Ну что, понеслась?
тряхнуло. Пока все идет к тому, что царь Гарри у нас сменится. Но это все пока. Глаза поберегите! Ложись, граната! Один раз подобрали ключик к верету, все. Почему как бы ходят туда, подбирают, непонятно. Не получается с точкой Б у КМС. Вот непонятно почему, кстати. Ее забирают постоянно, ну забирают к себе на минус 2. Ну на минус 3 фейлово еще было. А вот потом что делать, непонятно. То есть, в принципе, лайтовая ситуация для КМС, это когда с точки Б кто-нибудь выходит, типа Беста, и начинает жалом махать, там, типа, чуваки! Я тута. Но когда такого не происходит, КМС и боятся в метро ходить к Верету, и точку Б не могут. Вера им не позволяет. Снип минус Бест. Кстати, интересно где. Ну, на пропрыге интересно как, второй вопрос. То ли он упал сверху. ДВП решили играть. Смотрим, да, кто в начале. Впереди планеты всей. Верет и Стигма. Стигма снайпер. Тут ладно, понятно. К Верету ходили. Ну и тащит раунд по времени и по нервам сейчас КМС. И, в принципе, без захода в точке. Скопинг уже один раз эту позицию не отстоял. Не слышит. Может только увидеть. Трое под него. Первый зажиме пошел. И все на этом. Здравствуйте, я Эверет. У вас ХП уже нет. Простреливает и простреливает. На минус 2. 7-2. Первая половина. Ужас. Это просто какой-то бенефис сегодня у некоторых чуваков. У одного ник Снип, но это было раньше. А у второго ник Эверет. И это было и есть. Поехали. Воу-воу-воу, что я делаю? Кого-то хотел пригласить. Вторая половина. Ну, КМС для победы 7-1-7-0 надо выигрывать. Других как бы вариантов нет. И песни типа «Вставай, страна народная» на фоне. Ну, либо просто молчаливая игра. Потому что глаза боятся, руки делают. Главное положить начало. Копинг открывает вторую половину. Дымком потянула. Сколько инсайдера мошнили за неотстаивание решеток на точке Б, он взял, гнулся, уложил отдыхать. Ну, хотя это не масс был, но инсайдер научился. Смотрите, уже на длинные стрейфы действует, то есть за коробочку. Потяжелее становится по нему стрелять. Потому что раньше как-то ноги ватные, либо он прикован был к этим решеткам хорошими людьми, издевающимися и нарушающими его права и зацепляющие его достоинства, то теперь как-то получше все дело обстоит с точкой Б, хоть и много народу. Ну сейчас посмотрим, когда. А у него в этот момент патроны заканчиваются. Да нет. Тут выживает на минус 2. На этом все. Не ожидал. 1-0. А всего 8-2. Начало конца или нет? Блин, ну не знаю, ну вот просто на последнем издыхании. Дымком предсмертный хрип! Дымком потянуло. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ничего себе дым. Вообще не вопрос, конечно, это гну скинул. Скоро интересненько стал. Пошла флешечка, под ноги ложится.
Гнуса не заслепила она. Ну, Харек теперь тоже отделался. Ищут инсайдера. Харек есть... Ага, вот, находят инсайдера. Ну, здесь крест-накрест высекают и один в один, кстати, размениваются. Ну, кто кого, дуэль номер 2 и 2-0 в пользу инсайдера. Минус Гнус. Лузова, Лузова. Эверет со скопингом. Против четверых. Хороший Эверет. Тихушный. Как бы все зависело от два брата акробата. Харек и Гнус должны были, в принципе, открывать точку на минус 2. Тогда бы все срослось. Теперь приходится крутиться из того, что есть. Инсайдер по-прежнему не верит. То, что не пойдут на Б. Да, такая сказка Маша и Медведи. Маша пришла в хату. Медведей не... Ой, на реакцию! Да ё-моё, что ел Эверет сегодня? Что он пил? Ну это жесть, там сенса такая мелкая, и такой перевод, и сразу в голову, я не знаю, там первая пуля или вторая, это уже никакого особого значения не имеет, потому что выпущено их было максимум всего лишь 5. Где-то в середине пришла пуля в голову, а может быть и в начале. Инсайдер с овнингом, отбиваться, пытаются. Раздифузить, естественно, никто не даст овнингу. Дадут? Нет. Эверет со скопингом затащили. Раунд 2-0 и ничья в кармане у Ереми. Походу царь горы у нас будет меняться, потому что остается единственный раунд дотащить этим ребятам. Товарищи. Грядет смена власти. Вооруженный переворот. Тоже. Ну, благо у нас он легитимный как бы будет. В свете последних событий. Модно нынче там всякие слова такие говорить. Ну, я не знаю. Ну, играл бы я за КМС, я бы, короче, уже... Просто, знаете, так голову вверх бы поднял, плюнул вверх, и чтобы мне обратно прилетело, чтобы как бы изобразить, что плюнул сам себе в лицо. Типа, сдаемся. Хотя такого в нормальных командах быть, конечно, не должно. Как бы там не проигрывалось, лучше не бомбить и дотаскивать. Оно дает силу и опыт потом, спецвозможности такие. Прокачка серьезная идет. Именно вот многие люди не понимают. Они как бы играют на результат, такие бах-бах отыграли. Понимаешь, что пацаны слили. Все, выходим, нафиг. Или там, а! Давай, побегаем, добегаем. А вот это как последние, знаете... Поднятие штанги самые тяжелые, или последние отжимания, когда мышцы болеют, напрягаются, так и последние раунды. Они самые тяжелые, но именно эти раунды дают вот сверхвозможности и силу в будущем. Поэтому как бы последние, не последние, лучше еще вытащить сейчас КМСом один, а лучше еще потом два и три. От этого люди становятся сильнее, а не от тех раундов, когда на шару там забегается центр, а думают, что вау, нифига себе, мы, короче, их растащили. Вот это мы крутые, короче. Минус Харек, скопинг последний в троих остается. Ну, тащит из последних сил, и спасибо им за это огромное. Овнинг на минус 2 в конце, и 2-1 счет, один матчпоинт отыграли. Давай, давай. Ну, а может быть, моя вся вот эта тирада не имеет никакого значения, если Еремия, допустим, играла слив пати. Или типа... Побегаем, побегаем, короче, убьем, убьем, не убьем, ну и пофиг. Вжим в точку Б. Хорош, Харё. Инсайдер жил, блин, до последнего. Овнинг, ну... Считаем секунды. До поздравления Еремии, походу, мы в 7-м раунде царя горы. Опять-таки у нас лидер сменится. И КМС уже повторно. Дубль. Дубль ухода в лист ожидания. Уже один месяц они там отсидели. И, походу, уйдут сейчас на второй месяц. Второй круг. Ну, пытается Овнинг. Нет. Все-таки нет. Все-таки 3-1.
счет второй половины. И получается у нас 2-1 по картам в пользу Еремии, с чем мы их, собственно, и поздравляем. Микс, не микс состав, Скопинг не ударил в грязь лицом. И знаете, как в КВНе принято, типа, встает там, типа, Галустян, Гусман, там, говорят, что им запомнилось. Мне, как бы, хочу выделить, опять-таки, Снипа и Верета. Чуваки, это было хорошо. Это было вообще супер. То есть на это стоило посмотреть. Ну и, естественно, конечно, 3 ваншота от Харька. Вот. И, в принципе, все было довольно-таки весело, несмотря на то, что многие агрятся на донат. Но я думаю, что ребята сами потом в своих там пабликах, группах расскажут, как оно играется в скинах друг против друга на турнире. По-моему, довольно-таки неплохо и красивенько все выглядит. Вот, это такие небольшие итоги 7-го раунда Царя Горы. Поздравляем еще раз Еремию. КМС месяц не увидим, улыбаемся, машем. Ну, к сожалению, для их болельщиков и для них самих. К счастью, для болельщиков в такой вот Еремии, хотя не знаю, как она будет существовать в следующий четверг, но существовать ей придется, потому что 8 вечера в следующий же четверг, 27-го уже марта 2014 года, придется им играть с вновь выбранным из голосования 8 на официальном сайте Crossfire Mail.ru претендентом на этот самый трон. До этого момента нам придется подождать, пока можно бросать заявочки за King of the Hill собака Mail.ru. Тут, кстати, сегодня писали, типа, команда, как же она называлась? Ну, не помню. Чувак написал, а что нас как бы не берут? Мы новая команда, мы в натуре крутые. Но если в натуре, ну хотя бы скрины кидайте каких-то там праков с командами, что вы сделали, потому что большинство заявок от неизвестных команд приходит со словами «Мы новая команда, но у нас большие перспективы». Ну, по таким как бы словам, ну я тоже новая балерина, и у меня большие перспективы, но из-за этого же меня там в большой не возьмут, первой партии танцевать в Лебедином озере, да, то есть какое-то портфолио как минимум хотя бы должно быть. Это для новых, потому что все-таки хочется разбавить, люди растут, вот видите, в топ-коллективах люди растут. Ну и мелкие должны как-то к ним команды, игроки там подтягиваться. Поэтому хотелось бы разбавить все-таки голосование новыми какими-то командами, и чтобы они еще и голосование это самое прошли. Кстати, привет Редлайну. Вот, на этом смею откланяться. До следующего четверга, до где-то половины восьмого по Москве вечера. Царь Горы, всех жду на этом же самом месте. А пока, пока.